за девчонку? Яна не присутствовала здесь вообще. С чего ты взяла, что мы спали именно на твоем постельном белье? Мы туда заселились, там его не было вообще. Мы спали на чистом постельном. Вика, постельном. Ты думаешь, что у вас конфликт из-за постельного белья? Но она начала провоцировать с этим постельным бельем, говорит, что вы там сбили. Это предлог, ребят, конфликт из-за чего начался? У меня с ним вообще никакого конфликта. Еще раз, Вика, у вас, если она тебя называет мышью и змеей, у тебя есть чем-то. Ну я насчет этого, кстати, не знала, что она меня мышью называет. Только что она отсутствовала. Я только что сказала. Ты прослушал? Ну а ты крыса тогда получилась. Извините, что за спиной. Как это за спиной, если я тебе только что в лицо сказала? Ну я тебе